Siin. Üks liik. Семьдесят восемь. Итак, друзья, стартовал второй поединок второго тура, второго круга сегодняшних питерских протуров, где встречаются Анатолий Попов и Леонид Бурнашов. В таблице ровно такая же ситуация сейчас, какая была в предыдущем матче, что один соперник имеет 5 баллов в активе, а второй 1. Два матча выиграл Леонид, одержав победы со счетом 4-2 над Никитой Ивановым и 4-1 как раз-таки над Анатолием Поповым, с которым сейчас играет во втором круге и сыграл в ничью против Эдуарда Давыдика 3-3. Что касается цифр, которые показывал Леонид, то они были по меркам сегодняшнего турнира весьма приятными. В матче против как раз-таки Анатолия Попова он сыграл с набором 61 пункт и первые 9 в 81. Это уже очень и очень солидные результаты. В матче против Давыдика он показал 62 пункта набора, что тоже очень неплохо. 26 лет Леониду. В дартс-сообществе он с 2014 года. А с января этого года является директором по развитию и главным организатором соревнований дартс-клуба D2 из Санкт-Петербурга. По образованию он спортивный менеджер. Часто использует 19-й сектор Бурнашов и сейчас оставляет себе 168. И, судя по всему, очень неплохо он бросает вот районе 19. Близкий даже сейчас промах был. Сначала показалось, что попал в 57 Леонид, но этого не случилось. И 136 для Попова. Он не справится с этим окончанием, но все очень близко. Однако последним дротиком он смазывает все-таки в пятерку. 120 для Бурнашова. Не попадает он в районе 20. И дальше тоже разброс случается. И в итоге подход абсолютно провальный, со 120 он не оставил себе окончания меньше сотни. Отличный первый дротик от Попова, есть утроение 17 и топ сейчас. Блестяще, 91 закрывает Анатолий Попов и делает заявку на то, чтобы без очков в этом поединке не остаться. Вот так классно начинал у нас и Никита Иванов в прошлом матче, где не являлся фаворитом, судя по результатам первого круга. Но однако в конце концов вырвал таки ничью его оппонент. Ну, сейчас Попов классно начал. 91 было очень красиво закрыто. Вообще, большое количество классных чекаутов мы наблюдали и на прошлом этапе питерских протуров. Но стоит отметить, конечно, объективно, что состав сегодняшний, он по общему классу и уровню уступает тому, что был в тот раз. Но при этом чекауты неплохие залетают. Да, 100+ еще не было у нас, но возможно, увидим. Не то, что возможно, я абсолютно уверен, что увидим. Что касается Анатолия Попова, то ему 54 года, и в дартс он играет всего лишь с 2018 года. То есть стаж у него очень-очень небольшой. При этом, как мы видим, клепает чекаут 91. Сейчас не везет, на полу у него дротик оказывается. Не совсем понятно, сколько очков оказалось именно там. И классно в 57 играет снова Бурнашов. Далее небольшой срыв происходит, однако в итоге 95 в наборе, что очень даже неплохо. Заявка на то, чтобы лэг на своем начале забрать, вполне солидная. Сейчас, говоря о раскладах, что нас ждет все-таки далее, то здесь, конечно, для интриги хотелось бы, чтобы победу одержал Попов. Потому что если не отдаст ему викторию сейчас Леонид, то будет, наверное, все более-менее понятно по раскладам, кто же сыграет у нас в финале. Напомню, что люди, занявшие в турнирной таблице первое и второе места, сыграют между собой финал.
Но, соответственно, матч за третье место проведут люди, занявшие третью и четвертую позицию. Великолепный подход сейчас от Леонида Брунашова. Он оставляет себе 52. Играл в Утроении 16 при остатке 68. Интересный путь, конечно, не самый популярный в мире дартс, но тем не менее, думаю, что просто вниз мишени лучше летит у Леонида, поэтому он именно по такому пути и пошел. Удвоение 16 сейчас, не справляется он, попадает в семерку, но еще очень далеко его оппонент. Тоже в быстром темпе выступает Брунашов. Ну, Попов не сказать, что долго тужит, но чуть помедленнее играет, чем все остальные трое участников этого турнира. Удвоение 8 для Брунашова сейчас, удвоение 4. Ой-ой-ой, перебирает в конце концов сейчас Леонид, и надо бы давить Попову. Трэбл ему нужен обязательно, чтобы оказать давление. Но только лишь утроение 4 получилось зацепить. И сейчас 25 снова для Леонида. Снова восьмерку попадает, удвоение 4. Близкий промах уже сейчас 8, но... мишени он точно вернется, потому что 163 в дартс не закрывается. Плотненький очень подход от Попова, но без трэбла остался. Удвоение 2 для Брунашова. Перебирает снова 103. 103 сейчас для Попова. 91 закрывал он уже в предыдущем леге. Пора бы сейчас и 100 плюс прикрыть. Почему бы и нет? Какой путь? Выберет, 19 попадает первым дротиком, 84 на 2. Нет, не будет дротика на дабл. Но я смотрю, что с подсчетом все неплохо. У Попова оставляет он себе удвоение 8 в конце концов. И классно все просчитал и рассчитал. Отличный сетап. Удвоение 2 для Брунашова. Справляется наконец-таки с даблом и сравнивает счет в матче. Вот так Попов был далеко. Только вышел на окончание, не на окончание, на удвоение. И сразу же его наказали. Ну и сейчас классно начинает Попов. 125 очков после неудачного броска в пятерку. Корректирует великолепно. А Брунашов продолжает обстреливать утроение 19 и делает это довольно успешно. 79 в наборе сейчас. А Попов себе не изменяет, через 20-й сектор играя. Но вот сейчас как раз таки 57 ему на помощь и приходят. 294 в остатке после 6 бросков. Это очень-очень хорошо. Ну классно, классно, 57 бросает Брунашов. У нас и на прошлом ТВ Про Туре был человек, который в 57 бросал блестяще. Это Кирилл Цветков. И когда у него в 60 не летело, да в принципе, он всегда начинал практически через утроение 19, и это приносило ему реальный успех. Классно сейчас трэбл находит Попов и 108 оставляет себе. Снова шанс выполнить 100 плюс окончание. Понятно, что оставляя себе условные 131 плюс, выполнить чекаут гораздо сложнее, чем 108. А сейчас получить дротик на лэг может Попов. Есть 57. Ой, как близко было к перебору. И ай, не попадает, удвоение 16. Ну классно, классно играет. Самый оптимальный путь на чекауте 108 выбрал Попов. Через утроение 19 играя, можно разными путями выполнять этот чекаут. Через 20 сектор ставить маркер себе, и через 17, и через 18, и через 19 выйти на то удвоение, которое вам нравится. Ну, сейчас классно сыграл за 4 дротика окончание 108 Анатолий Попов и демонстрирует то, что он в состоянии быть очень стабильным на даблах. Так вот, что касается чекаута 108, можно... через 60 играть, оставлять себе удвоение 14 в случае игры по маркеру. Можно сыграть через утроение 18, получится Шанхай через 18. Таким образом вы выйдете на удвоение 18. Можно сыграть через 51, то есть через утроение 17. Так делают люди, которые
предпочитают топс, такие как Майкл Смит или Гарри Андерсон. Ну, Гэрвин Прайс, конечно же. Но самым оптимальным путем пошел Попов. Единственный, конечно, минус, когда в 57 попадаешь первым броском, как бы не бросить снова 57 и не перебрать. И был очень близок к этому Попов, однако 57 не попал, и хорошо. Нравится мне взгляд Бурнашова, он прям смотрит в это утроение как на дичь, хочет ее поразить, будто он охотник, стреляющий из ружья. Мне нравится такой подход к дартс, понятно, что дартс это игра друзей, но вот, глядя на то, как выполняет свои подходы Бурнашов, создается впечатление, что он заряжен на победу здесь и сейчас. Но более спокойно себя ведет Анатолий. И сейчас очень классный подход выполняет. Ну и хорошо считает Попов. Как мне это нравится. Вот еще ни одной ошибки не было у него в подсчетах. И не то, что даже ошибки. Он реально грамотно играет. Выручает себя последним броском сейчас Бурнашов. Но 60 для Попова. Два дротика на топс. Заминка небольшая. Сейчас удвоение 10. Очень быстро выполнял он бросок удвоение 10. И, видимо, это... и погубила Попова. 126 для Бурнашова. Ну, у Леонида с подсчетами проблемы есть, как мы видим, потому что он любит как раз-таки 57, и 126 нужно играть через утроение 19, чтобы иметь попытку закрытия здесь и сейчас, но при этом через 60 пошел Леонид. И не прощает его за эту расточительность Попов. Он блестяще сыграл снова на удвоении и 3-1 повел. Дартс математика в действии. На матч будет бросать сейчас Попов. Если забирает этот лэг, то приближается вплотную он в турнирной таблице своему оппоненту. Но опять-таки вплотную, наверное, все-таки громко сказано, поскольку 5 баллов до этого матча было у Леонида и у Анатолия лишь одно очко. В случае победы, если доведет матч до виктории сейчас Анатолий Попов, то он будет иметь 3 очка в активе, в то время как останется 5 у Леонида. Но тут, конечно, еще нужно дело довести до победы. Также 3-1 у нас вел в прошлом матче Иванов Никита, но при этом свое преимущество растерял. Классно себя спасает Попов последним броском. Мне вообще непонятны результаты, которые были в первом круге, потому что сейчас, как мы видим, Попов ничем не хуже играет, чем его оппонент. В целом, наверное, на равных выглядят. Но при этом лишь один балл набрал за 3 поединка Анатолий. Может быть, не раскидался как следует. Но да, в то же время мы наблюдали от Бурнашова великолепную статистику первыми 9 дротиками. 81 на этом уровне, если играть первыми 9, то, наверное, это победа в любом матче. Но вот в любом матче так, наверное, сложно сыграть пока Леониду. Так, что касается расписания, то... следующими выйдут играть у нас Давыдик и Бурнашов. Люди, которые делят первую строчку между собой. Но сейчас, если Бурнашов уступит, то Давыдик уже единоличным лидером останется. 164 для Леонида. Сейчас есть 57. Ай, не попадает он вторым дротиком в утроение 19. И это бы вывело его на бул. И снова сейчас просчеты случаются. Бросал он утроение 18 при остатке 88. Что, конечно, неправильно. Нужно играть в 60 под удвоение 14, либо в 48 под топс. Не справляется с чекаутом 155 Попов. И даже не сумел себе чего-то интересного оставить. Сейчас какой дабл выберет Леонид, выбирает удвоение 16.
На чекауте 70 не произошло каких-то математических ошибок, и 32 у него в остатке на следующий подход. 129 для Попова. 60 нужно под бул. Ай, близко было, но не попадает Анатолий сейчас. Ну и уже не думаю, что это был просчет последним броском. Наверное, бросок отчаяния скорее это был. Понимая, что 32 у его оппонента. Но при этом не справляется оппонент, попадая в удвоение 8. И сейчас 70 уже для Попова. Через удвоение 10 играет. Ой-ой-ой, не попадает сектор сейчас. И топс на подход, если не справится Бурнашов с этим окончанием. Удвоение 4, чтобы остаться в матче. Красавец какой Бурнашов сейчас, самым последним дротиком. Не закройся он сейчас, и все, и до свидания. Потому что топс для Попова, который блестяще играет на чекаутах сегодня. И снова у нас будет максимальное количество легов. Классный матч. Так и не заимел дротика на победу сейчас Попов. Хотя шансы были для этого. Чекаут 70 вполне располагал к этой задаче. К выполнению этой задачи. Но вот сейчас дал шансы Бурнашов сразу, выполнив первый подход очень плохо. Но при этом не пользуется ими Анатолий. Мне вот чем-то техника Попова напоминает технику Райана Мария. Такой же небольшой замах в начале. Движение по сбросу напряжения с руки. И затем вот выброс максимально ровный. Стоя прямо к мишени. Да, очень похоже. Вот и локоть такой, рука, предплечье довольно мощное у Попова. Как и у Райана Мария. И, кстати, тоже очень стабилен на даблах именно Марой. Не везет сейчас Попову, и очень хорошее преимущество в леге есть у Бурнашова. Ему нужно спокойно выполнять свои подходы, хотя бы из сектора не уходить, но сейчас с этой задачей он не справляется, и лишь 31 балл в наборе. Будет ли шанс у Попова, все зависит от того, будет ли у него требл. Очень-очень простая ситуация. Вообще, дартс очень простая игра. Попадай в требл, и затем попадай в даблы, и будешь побеждать. Ничего сложного нет, да? Правильно говорю? Правильно, конечно. И снова у нас фаворит матча уступает 3-1, имеет все шансы для того, чтобы до победы матч довести. Но сейчас очень хорошо посчитал Бурнашов, оставляет себе удвоение 16. Интересно, действительно ли считал, либо просто бросал по ощущениям 60. Но сделал все великолепно и 32 оставляет. Хорошо считает, как мы видим, и Попов. Он даже пытался себе оставить 167, не получилось этого сделать. И сейчас удвоение 16 для Леонида. Справляется он с этой задачей и вырывает ничью в матче против Анатолия Попова. Абсолютно зеркальная ситуация той, которую мы наблюдали в матче предыдущем. И как мы видим статистику, Попов-то в принципе переиграл своего оппонента. И максимальный чекаут у него, и лучший лэг сыгранный у него. И 22 дротика лишь он тратил в среднем на победу в леге. При этом по всем статистическим данным он своего соперника переиграл, однако при этом Бурнашов ничью вырвать сумел. Что ж, друзья, услышимся уже на следующем поединке, где Леонид сыграет против Эдуарда Давыдика.